еще. Я вообще снимаю видео. Мне все равно латынцы. Просто. Still hungry. Still hungry. Да, тут нельзя поесть в 11 часов вечера, никак просто. Все нафиг закрыто. Выходишь вот так из национального, где он светится. Светится. Театра. А пожрать-то и нечего. Сыт одним из тупым, буквально просто. Ничего, мы сейчас доползем до местности. Зайдем в магазинчик, купим бутербродик. И ложечки. Же ложечков, к сожалению, у нас нет. Мы наконец-то уже распрощались окончательно с Бенедиктом Ядом. Счастье какое. Сумасшедшие. Ой, боже мой. Завтра будет делать потом на призраку. Да. Надеюсь. Не, мы пойдем на призраку и проплювом просто. Просто свинство не пойти на призраку. Ну что, красиво. Но поесть ничего. Ну, красиво. Главное успеть в метро, которое в 12 закроется, и все. Собственно, из-за чего вчера домой некоторые не попали. Что в итоге лучше? Ну, это да. Нет, вообще прекрасно. Бенедикт с первого ряда. Это прекрасно. Трава опять же. Ой. Трава у нас есть. Ну, скажи, вообще не понятно, сколько времени ночи. Прям как в шерсти. Хорошо, мы не едем. Это London Eye должен работать круглосуточно. Нет, в смысле, он не работает. Я считаю, что он должен работать. Молодцы! Могли бы работать вот до 12. Потому что такая красота, все светится. А залезть некуда. Заходите.